Давайте поговорим о российской политике. Тут происходят любопытные, я даже сказал бы, странные вещи с коммунистами. Кстати, да, сегодня 7 ноября, это мы еще тоже упомянем. Во-первых, коммунисты отказались от участия в новых выборах губернатора в Владивостоке. Странные вещи с коммунистами 7 ноября. Да-да-да, такое вот совпадение. Но вот Владивосток, там еще все интереснее. Напомню, с выборами в Владивостоке связан большой скандал. В сентябре там красный кандидат Андрей Ищенко заявил об украденной победе в единый день голосования, призвал выходить на улицы, мы об этом подробно рассказывали в эфире. А вот теперь коммунисты говорят... Вот уже теперь точно странные вещи, что тогда выборы были незаконно отменены, а новое голосование коммунистическая партия считает нелегитимным. Вот тут сам Андрей Ищенко был в студии, я с ним здесь разговаривал в московской студии RTVI, и он ориентировался на политику партии. Но вот теперь же Ищенко собирается на выборы идти, но уже не как коммунист, а как независимый кандидат. Ну и во-вторых, это уже отдельно, но все вместе. Тоже сегодня 7 ноября, годовщина Октябрьской революции, казалось бы, красный день календаря. Ура, товарищи. Да, товарищи, поздравляю. Но с чем поздравлять, с другой стороны? Не, ура. Но смотрите, да, вот сейчас вот к этому перейдем как раз. Потому что коммунистов, например, в Петербурге, который же Ленинград, да, не пустили праздновать на легендарный крейсер «Аврора». Не иначе, как побоялись, что они крейсер захватят, вспомнится бы его прошлое предков, решат ударить по плоту самодержавия, по Зимнему дворцу, и вот самодержавие падет, и оковы падут, и все куда-нибудь упадет. Но если серьезно, то как раз обе эти истории, они о том, что все боевое и революционное осталось у коммунистов в далеком прошлом. Помните анекдот? Мужик поймал золотую рыбку и сказал, что хочет, чтобы у него все было. Она ему отвечает: мужик, у тебя уже все было. Так вот, у коммунистов все было. Ты говоришь, Артем, что это странные вещи. А, по-моему, это не странные вещи, это как раз нормальные вещи. Просто в какой-то момент странность становится нормой. Все же понятно с их решением не идти на выборы во Владивостоке. Это же шито белыми нитками. Свечку я, конечно, не держал. Но, по всей видимости, им намекнули из администрации президента, о ужас, что не надо раскачивать лодку. Вы там уже на митинг людей выводили, вы уже говорили про фальсификации, вы что себе позволяете? Может, еще раз победить хотите? Что же касается главной лодки, «Авроры», на которую не пустили, то надо эту новость, мне кажется, изучить подробнее. Есть у нас, как вы знаете, коллеги, жанр, который называется «Инфошум». И это на инфошум как раз и похоже. Если подтвердится, что коммунисты обращались за помощью к новому исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову, и он не смог или не захотел помочь, то это наглядное свидетельство того, насколько весомо, в кавычках, влияние коммунистов на действующую власть. Ну, не могу сказать, что мне жалко коммунистов, коллеги. Они на протяжении 70 лет были у власти. И, в общем, давайте не будем сейчас оценивать итоги этой работы. Другая тема, наверное. Уже четверть века работают в оппозиции, тоже так же эффективно. То есть могли бы как-то за это время себя, не знаю, активнее, что ли, вести, проявлять свои чаяния или заботиться о чаяниях народа. Но, по всей видимости, они этого не хотят. Вспомним, как когда-то коммунисты в последнюю минуту перед выборами выдвинули кандидатом в президенты Павла Грудинина. Помните такого человека? Не забыли еще? Я чуть не забыла. Вот сегодня вспомнила буквально только потому, что подсказали дорогие коллеги в редакции. Вспомним, как они радуются любой воинственной инициативе руководства России. Как они поддерживают разные законы, фактически удушающие свободу слова в России, свободу любую в Российской Федерации. Сочувствую я на самом деле избирателям, которые в том же Владивостоке проголосовали за коммунистов, и впервые за долгое время мы увидели протестное голосование, и было видно, что Кремль не знает, что с этим делать, но, как мне кажется, нашли они, как найти на них управу, ситуацию затянули, и вот вам итог. И, кстати, немного жалко мне кандидата от КПРФ, конечно, как он должно быть себя чувствует, когда его предала родная партия, уж какая-никакая, но родная, наверное. Ведь уже понятно, что ему даже не дадут зарегистрироваться в качестве независимого кандидата. Так что, ну, вот. Будем, конечно, за этим наблюдать. Возвращаясь, кстати, к Ленинграду, Петербургу и Авроре, я все-таки скажу, что да, это не фейк-ньюс, я проверил. И в итоге сегодня коммунисты проплыли на речном трамвайчике с красными флагами по Неве. Руки.
Это вот, ну вот, да, там масштаб тоже вроде понятен. Да. Да, поменяли они один корабль на такую вот лодку, что ли. Но давайте все-таки отметим, возвращаясь к Владивостоку, что в результате выборов там в российской власти все-таки кое-что поменялось. Были губернаторы, в том числе те, которые считались политическими долгожителями. Вот в Петербурге, например, вместо Георгия Полтавченко тот самый Александр Беглов, которого мы уже упоминали в начале. И кроме того, в двух областях пришла к власти, ну, конечно, да, условная, но все-таки оппозиция парламентская в Хабаровском крае, я имею в виду, и во Владимирской области. Так что все-таки можно сказать, что протесты внутри политики российской что-то да поменяли. Ну, если и не поменяли что-то глобально, то, наверное, заставили власть каким-то образом задуматься, осмотреться по сторонам. И это, конечно, лучшее доказательство и свидетельство того, почему избирателям не надо быть пассивными, что лучше голосовать за ту оппозицию, которая есть, чем не голосовать вообще, поскольку это приводит систему в движение. Даже для российской власти, несмотря на ее чудовищную, с позволения сказать, толстокожесть, сигналы до нее все-таки доходят. Другой вопрос, как она их интерпретирует. Мы ведь понимаем, что власть воспринимает любую оппозиционную активность как угрозу самой себе. И как заговор в отношении себя, причем заговор не откуда-то, а заговор понятно откуда. Заговоры со стороны Запада, скорее всего, из-за океана. Из каких-то тех, значит, мест, где находится Екатерина Катрикадзе. В этом смысле можно понять, почему коммунисты ведут себя так непоследовательно, а на самом деле абсолютно последовательно, потому что кому же охота связываться с разозлившимся Кремлем? Но на самом деле у коммунистов был прошедшее время здесь ключевое. Был большой исторический шанс как-то перестроиться, перегруппироваться, оптимизироваться, что ли, хотя бы отчасти стать настоящей оппозицией. Ну, а вы знаете, о чем я думаю, коллеги? Интересно так получается, в России повальное ностальгическое настроение по жизни в Советском Союзе. Даже молодежь, совсем молодые, я имею в виду люди, которые родились уже после развала СССР, любят рассказывать и слушать легенды о прекрасной, самой могучей в мире стране, которую мы потеряли. Посмотрите только на патриотический подъем после аннексии Крыма, а некоторые даже боготворят, уж прости господи, Иосифа Сталина, убийцу и виновника в гибели абсолютно неповинных ни в чем людей. Но вот что интересно, на коммунистов эта ностальгия практически не распространяется, за них голосуют, ну, те же люди, что и 20 лет назад, по инерции. Я имею в виду тех, кто принимал участие в президентских выборах в 96-м году, это в первую очередь пенсионеры. Стать модными и актуальными коммунистам так и не удалось, по крайней мере, это то, что я вижу отсюда. Может быть, вы меня поправите. Мне кажется, потому что люди ностальгируют не по идеологии, люди ностальгируют не по партии. Люди одни ностальгируют по своей молодости. Потому что Советский Союз, когда был, они были молодые, красивые и классные. А теперь они уже не такие молодые, но голосуя за или демонстрируя ностальгию к Советскому Союзу, они ностальгируют по своей молодости. Другие, которые сейчас молодые, они ностальгируют по мифу, который создан теми, кто постарше, кто ностальгирует по своей молодости. А кто-то ностальгирует по сильной руке. Они ассоциируют ее с действующей властью. Говорят, что вот нужно взять все и тогда заживем. Как заживем? Ну, как-то так заживем. Как мне рассказывали, что жили классно, небо было более синее, трава зеленее, и море всегда теплое. А молоко... Так и что там текло по губам? Если оно продавалось в магазинах, да. Ой, не надо вот эту пропаганду начинать. Коллеги, я... Это. Позволю себе переключиться буквально на секунду на другую тему. Только что пришло сообщение, breaking news, срочное сообщение о том, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, попросил об отставке Джеффа Сэшенса, генерального прокурора, министра юстиции США. Давно мы ожидали этой отставки. Джефф Сэшенс согласился, он уволился по просьбе главы американского государства. И вот теперь нас ждет новое назначение. Есть предположение, что новым генпрокурором станет Линдси Грэм, сенатор, такой яркий республиканец, друг Джона Маккейна. Ну, будем об этом подробно говорить в сквозном эфире американском, который буквально... Очень заинтересовало начало фразы. Дональд Трамп попросил об отставке. Я думаю, что сейчас точка будет. Ну нет, потом попросил об отставке Джеффа Сэшенса. Так как это спокойнее все-таки. Ну мы видим, тем не менее, что сегодня день больших новостей. И, конечно, коммунистов свои новости в США, другие новости.